Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать на уроке самопознания. Тема нашего урока – «В поиске идеала». Великие мыслители всегда стремились к постижению идеала и воплотить этот идеал в реальную жизнь. Например, Платон размышлял о том, каким должно быть идеальное государство. Аль-Фараби описывал идеальный добродетельный город, а Аба и Шакарим описывали, каким должен быть идеальный человек. Поэтому в качестве цитаты нашего урока я предлагаю вам высказывание казахского писателя и мыслителя Абая Кунанбаева, в котором отражается понимание идеального человека. В ком господствует чувство любви и справедливости, тот мудрец, тот учен. Давайте поразмышляем над смыслом высказывания. Как вы думаете, почему Абай называет любящего и справедливого человека мудрецом и ученым? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке. Верно, на прошлом уроке мы с вами говорили о духовно-нравственном образовании, образовании для сердца. Мудрость сердца – это самая великая мудрость, а справедливое сердце – это высшее знание, которым только может обладать человек. Именно такие люди с любящим сердцем, с развитым чувством справедливости и обладающими глубокими знаниями представляют идеал в понимании Абая Кунанбаева. И наоборот, если человек обладает учеными степенями, дипломами, различными грамотами, но в нем нет любви и справедливости, то такого человека нельзя назвать ученым и тем более мудрецом. Дома вы прочитали о великом ученом и мудреце Аль-Фараби. Давайте вспомним, кто такой Аль-Фараби. Абу Насыр Аль-Фараби – философ, математик, теоретик музыки, ученый Востока, один из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Аль-Фараби в своих трактатах описывал идеальный город добродетельных людей и обосновывал мысль о том, что истинного счастья может достичь только добродетельный человек. Обосновывая мысль о том, что счастье может достичь только добродетельный человек, Аль-Фараби замечает, что человеку присущи три вида воли. Воля к исполнению желаний, исходящих из пяти органов чувств. Это желание связано с едой, сном и другими чувственными удовольствиями. Воля к исполнению желаний, исходящих из воображения. Это желание достичь высокий социальный статус, желание власти, денег, материальных благ и так далее. Воля к исполнению желаний, исходящих из высшего разума и размышления. Это желание развивать добродетели, самосовершенствоваться, творить добро, служить бескорыстно обществу и так далее. Но первые два вида воли дают человеку только временное чувство счастья и удовлетворенности. И развитие третьего вида воли может привести человека к переживанию внутренней гармонии и глубинного счастья. Например, кто-то мечтает о новом сотовом телефоне последней марки, прилагает все усилия, чтобы достичь своей цели. В итоге вот он, желанный телефон. Как вы думаете, долго ли будет длиться это счастье? Конечно, нет. Вскоре телефон может надоесть и в итоге устареет. Счастье от обладания материальными ценностями проходит очень быстро. И если бы мы с вами поняли эту ошибку или просто кому-нибудь помогли искренне, от души и бескорыстно, то это бы счастье осталось у нас в сердце навечно и наполняло бы нас внутренней удовлетворенностью и гармонией. Действительно, ребята, истинное счастье, оно может основываться только на развитии добродетелей и на самосовершенствовании. Аль-Фараби утверждал, что правителем добродетельного города может стать только тот человек, у которого развит третий вид воли. Именно такой человек может найти сам истинное счастье и сделать счастливых других людей. Жители города, глядя на пример своего правителя, будут сами пытаться достигать истинного счастья. Дорогие ребята, а сейчас я с вами хочу провести небольшой эксперимент, чтобы мы с вами смогли разобраться в трех видах воли, описанных Аль-Фараби. У меня есть три одинаковых красивых коробочки. Они похожи друг на друга, верно? Действительно, на первый взгляд они абсолютно одинаковы, и каждая из них может претендовать на звание высокого идеала. А сейчас я вам предлагаю исследовать эти образцы. Конфетка. Деньги. Сердечко.
Ожидали ли вы то, что мы увидим в наших образцах? Неожиданно, правда? Я вам предлагаю поразмышлять над внутренним смыслом этого эксперимента и найдите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы. Почему то, что внутри, важнее того, что снаружи? Подумайте, какая коробочка символизирует человека, у которого развит только первый вид воли? Какая коробочка символизирует человека, у которого развиты только первый и второй вид воли? И какая коробочка символизирует человека, у которого развиты все три вида воли? Обоснуйте ваш ответ. А сейчас я вам предлагаю заняться творческой деятельностью. Нарисуйте образ добродетельного города таким, каким вы его представляете. Выполните, пожалуйста, задание 1 и задание 2 в учебнике. Дорогие ребята, по проекту «Становление истинного лидера» мы с вами начинаем изучать примеры жизни истинных лидеров. Задание 3. Выпишите имена истинных лидеров, которые вас особенно вдохновляют, о жизни и творчестве которых вам хотелось бы узнать подробнее. Найдите книги о них. Укажите выходные данные книг о жизни и деятельности истинных лидеров, которые вы планируете прочитать. Составьте краткую аннотацию книги, выделив те качества истинного лидера, которые вас вдохновляют. Заполните таблицу 2 на странице 7 в тетради ученика. А сейчас, пожалуйста, закройте свои глаза и мысленно пошлите энергию любви всем своим близким, родным, друзьям, всем учителям, да вообще всем людям на Земле. Представьте, что Земля – это идеальный и добродетельный город. И мы, люди, животные, птицы, рыбы, все мы живем в мире и согласии. Пожалуйста, сохраните этот образ у себя в сердце. А теперь открывайте свои глаза. До новых встреч на уроках самопознания.